Телеканал «Беларусь-4 Могилёв» покажет телеверсию святочных концертов, которые отбылись на площади Ленина и площади Слава в Могилёве. У субботу, 8 липня, «Виват Могилёв 750». 9 липня «Наша земля, наша родима Беларусь». Початок трансляции у 21 годину. До речи, полные версии 3D-маппинг-шоу на площади Ленина и святочный фейерверк, присвеченные 750-годию Могилёва, можно убачить на сайте телерадиокомпании «Могилёв». Татьяна Сергейчик, Наталья Ильинич, Виталь Вопсев, новини региона.